Вот он, скотобаза опять пришел. Опять. Чуть не забрал. Вот он пошел, пошел, пошел. Пошел. Сизы. Вот он белый мой скинул. Еще какой-то сизый. Вот он. Ух ты, ёп. Пырысы ты, а. Вот он. Фу. Здесь. А где Сапсан? А где Сапсан? А Сапсан? Хрен его знает где. Так, вон он. Уже на литке. На литке все голубей только закрыл. Так, доброе утро, ребята. Вот. Командировочный перка садится. Двое сорвались, а этот со вчерашнего дня, который падал. Там вон еще кто-то летает. По-моему, двое еще прилетело только что. Ну и вот какой-то. Это, наверное, отсюда взлетел. Шейка или краснохвосты. Там вон желтый кувыркается. Пошел куда-то. Сейчас постараюсь приподнять чуть-чуть, чтоб малыши не улетели. Так. Чуть-чуть совсем приподнял. Вот они. Пока полетели, позагонял. Кого-то позагонял. Вот они. Кто-то играет, падает. Ох ты. Желтый. Там еще один. Походу. В общем, вот так, пока погода. Дальше будут заперти. Поэтому вон там банда большая. Большая куча. Так, приближу. Очень много стаи. Одиночек всего 3 или 4. Больше не особо. Здесь вот это не разбивается. Вот так растянулось. Здесь многовато. 2 больших стаи. Чуть-чуть приподнялись. Вот здесь тоже кружатся. Кружатся, летают. В общем, пока. Пока все хорошо. А он так лагает. Вниз. Тянет. Тут еще. О, перый этот летает. Молодежь. Молодежь вот здесь вот. Малышня. Малышня. Они и на крыше-то и не были. Толком и боятся почему-то, не знаю. Так, ладно, надо наверх смотреть, пока хозяин и прилетел. Вот эти. Вот они. Что-то кружат, кружат. Выкруживают. Там поменьше стайка. И в разброс чуть-чуть больше уже стало одиночек. О, банда вот так отдалю. Приподнялась кучка. Вот они. Надеюсь, сегодня еще прилетят командировочные. С утра прилетел один вот. Чилька-голубка прилетела. Вчера у голубятника она сидела, он ее погнал, она ушла.
Но только сегодня прилетело. Вот. Перка прилетел. Два куцых забивных связанными хвостами. Оба вчера пришли. Вот с вилкой с порезанной он не пришел. Еще нету, по крайней мере. Придет, нет, не знаю. Вот так вот отдалю. Молодцы. Пока летает. Ну, очень большая куча. И одиночки. Одиночки вон там. Четверка. Четверка. Уходит. Куда-то уходят. Наверху. Эх, тех тяжело показывать. Вот банда разбилась. Большая чуть-чуть. Вот так вот. Как летает, так и летает. Нормально. Вот так отдалю. Нормально. Так, сейчас пока на паузу. Вот здесь по низам тоже. Там просто наверху двух чубы, не знаю, он здесь, а не здесь. Малыш здесь был. Сейчас на паузу. Скотина, вот скотина, поймал, вот он, выхватил кого-то, желтого поймал, вот он несет его, и не отпускает гад, вот он, скотобаза. Пошел. Еще и орет. Или кто это орет? А, вон еще орел нападает. Орел нападает на этого гада. Не вижу солнца. Так, ладно. Вон он понес. Профукал, вон они начали дикари, сейчас на паузу. Так, ну в общем, расхомячил. Я даже не видел, как он влетел в эту стаю, а. Ты посмотри, вон они куда забрались, а. По всему небу. Я уже начал, потом уже смотрел за пискуненком. Умотал он куда-то
Вон они. Вот так отдалю. Умотали. Много, много голубей наверху. Не знаю сколько. Ну, много. Штук 50. Еще по всему небу, еще и поразлетелись по поселку. Вон они там, как мухи собираются. Кто откуда летит. А желтого он выхватил. Вот так вот. Опять минус желтый. Опять. Скотина. Даже его... Я даже не увидел, когда он влетел. Так вот профукал. Профукал. Ну что поделаешь, уже все. Вон они. Все. Налетались. Буду ждать, кого куда загнал. Куда-то вон туда загнал. Вон куда трое, блядь. Ух, я извиняюсь. Нырнули. Я уже потом увидел, когда голуби начали до земли падать. Вон туда куда-то, на ту крышу, пискуненок скатился, не знаю. Желтый. Двухчубы. Вот он молодой. Малыш, но этот уже летал. Я его знаю. А те вот. Вот, я приближу. Вон там стайка. И от нее еще. От нее еще вот. Мотаются там в разброс. Кто как. Кто где может. Да, я даже и не знаю. Наверное, и не показал, когда он его тащил. Гад. Солнце еще в глаза светит. Я не видел в экране ничего. Вот он, коршун. Коршун, наверное, орал. Догонял его. Просил поделиться добычей. Ладно, надо за этими наблюдать. Вот они. Вот так отдалю сейчас. Загнал он их. Загнал. Голубей там много. Сейчас пока на паузу. Так, ну. Видите, вот. Желтый, два белых. Опускается один желтый. Одиночкой носится. И в общем, тех смотрю, там тоже сейчас прибавлю. Вот эта стая. От стаи, вот она, на всю. От стаи еще. Вон там, вон они, одиночки там. Там много одиночек носится. Прилепились бы быстрее к стае и вниз. Так, отдалю. Они молодцы. Вот они. Ладно. Надо смотреть. О, желтый двухчубы. Динозавр. Белый в сапожках садится. Еще один. Ну, остальные пока. Остальные пока в небе. Вот так приблизу. Вон там много. Не видно их. Не видно. Попробовать стаю. Не хочет фокусировать. Стаи еще много одиночек, они сбоку летают. Вон. Вон там, вон они. Да. Каждый день минус. Как только супермаркет открывается, так тут покупатель прилетает. Ладно. К
пока на паузу. Так, ну вот, во двор я решил зайти со двора. Тут солнце так не светит. Вот летают они, вот эта стая опускается, одиночки остаются, одиночки, космонавты мои остаются там. Вон там точки, вон какой-то белый, вон еще повыше, вон они пересекаются. Некоторые еще и играют. Вот он, а вот он сапсан, а вот он сапсан пришел. Вот он. Вот он, пустой, промазал белого. Блять, только что одного забрал, пришел еще. Еще один пришел. Вот он. Вот он, куча надо, начала скидывать. Вот он пришел. Скотобаза, сколько вам надо? Вот он. Опять пришел. Неужели будет минус два? Куда ты пошел? Куда ты? Это вот я на всю приблизил, держу. Чуть белого не забрал, урод. Пошел. Сейчас идет, отойдет в сторону и будет. Там до хрена. Вот так я и изеваю голубей. Я и желтого не видел, когда он уже здесь появился. Вот оно. Сейчас крыша будет, все. Я его уже не успею. Все. Сейчас на паузу. Так, ну я вот сюда вышел. Смотрю, не вижу я. Не вижу, вот. Вижу вот один желтый. Один желтый, вон он. Пытается вниз идти. Белые покрылись в голубом небе. Вот, наверное, его не видно, вот так на всю приближу. Может, в кадр попадет. Вот он пикирует. Пикирует, как падает. Падает, а? Еще солнце в глаза светит. Вот он. Падает голубь. Наверное, он их там гоняет. Вон еще белые. Вон они. Вот. Вот они. Падают. Я не вижу. Гоняет он их там, не гоняет. Они дикарят, все летают. Сейчас на паузу. Вот он, это мраморный, я думал, это желтый. Это мраморный. Это друг Таклы. Космонавт. Такла внизу. Вот он. Выкобеливается. Покинул он их. Сказал, мы вас к черту. И прилетел вниз. И уже на расслабоне вот он мотается. Таклы ему нету в напарнике. А белых только одного вижу. Вот уже отошел сюда вот, чтобы смотреть, вот хотя бы тень была какая-то. Сейчас покажу. Вон там. Опа, одного поймал. Вон. Одного поймал, белого. Там не знаю, сколько штук. Ну там минимум штук до десятка. Около десятка голубей. Вон он еще один. Вот он еще один летает. В общем, на такой высоте я не показать, когда он их атакует, я не смогу и увидеть не смогу. Если я желтого профукал, вон там еще кто-то летит. Ладно. Если я желтого профукал, то что он его уже забрал, несет. Я даже не видел его атаку в этом супермаркете. Это можно сказать, как в магазине или в метро. Поток людей идет, кого ты там заметишь. Также и здесь сотня летит, и ничего тут-то не увидишь. Ладно, сейчас пока на паузу. Вот он. Откуда-то голуби собираются. Вот он. А ты сыграл и... Вот он. Такла! Ни хрена себе. Вот он с краю подошел. Вот он с краю сидит. Сизы.
Молодец. Я думал, это макинец. Так, остальных. Остальных сейчас постараюсь показать. Еще 5 или 6. Вон там белые, темный какой-то летит. Вот оно. Черныш. Черныш. Вон, опа, вот белый, белый. Белый. Все по одному. Вон там еще один. Вот он. Вот он. Еще один. В общем, вот здесь перы. Не знаю, какой-то шейка или чернохвосты. В общем, мотаются как дикари. Вон они. Те, можно сказать, еще на средней высоте. Кто-то еще и повыше. Кто-то повыше, намного повыше. Вот этот пер несется. Черный тоже складывается там. Пытается. Ух ты, как он. Как он вниз. Вниз. Хочет идти. Ага, еще и играет. И вот ты придурок. Вот ты придурок. Давай. Он тебя там и сожрет. Вчера не сожрал. Сегодня съест. Хотя не факт то, что он туда пошел и кого-то не забрал. Я уже насколько мог показал. Не знаю, вообще показал или нет. Но факт то, что желтого сожрал через 20 минут. Опять пришел. Значит, здесь не один. И вот второй, куда пошел за крышу, я уже не видел. Он там забрал кого-то, не забрал. Вот и здесь уже остается. Не знаю, что остается делать. Вот оно. Шейка. Красношейка сейчас будет на посадку заруливать. Где ты? Потерялся. Вот он. Ух ты! Какая тут игра. О, хопа. И все. Вот здесь. Вот тройку вижу еще. Двух белых, черного. Больше никого. Я надеюсь, черный всех потянет вниз. Сейчас пока на паузу. Вот он. Вот он, скот, пришел опять. Опять сюда пришел. Чуть черного не замочил. Черную голубку чуть не замочил. Вот он пошел. Вот он. Баражирует здесь. А. Я думаю, что-то черный начал дикарить его. Щух! И тут как тут. Вот он. Пошел. А белые опять мои исчезли. Он пошел. И скотина, он сейчас он снизу ходит. Снизу ходит. А белые дикарят. Белых только двоих опять вижу. Белые. Вон он. Вот он один. Сейчас. Где ты? Где ты? Где ты? Вот он. Вот он один наверху. Где-то еще. А, вон там точка. Вот тот еще выше. И где-то еще один. И кажется, желтый должен быть. Потому что пока за черным смотрел. Пока за черным смотрел. В общем, там еще был желтый, по-моему. Если мне не померещилось. Потому что желтый с белым на пару они летали. Желтого на голубом небе не видно. Очень плохо видно голубя. Так, ладно, этот опускается. Других. Вот троих вижу. И все. Троих. И этот мерзавец куда-то туда пока ушел. Сейчас. А, вон и желтый. Вон и желтый сейчас. Эх ты. Эх ты. Оно на всю. Нет, на всю. Надо белого. Ну, этого белого-то я поймаю. А как желтого вам показать? Я его уже не вижу. Он высоко с другими. Ладно, надо пока за этими. За этими смотреть. Он дикарь пошел. Думал, сапсан опять. Уже здесь. Вон там. Вот сейчас. Опа. Вот кого-то поймал. Нет, это не желтый. Это
саперы какой-то. В общем, с ним летал еще где-то рядом. А так отдалю, и они вообще в точке еще. Те очень высоко. Ладно. Буду стоять ждать. Сейчас вот только стоит голову опустить, он уже тут как тут нарисовался. Сейчас вот этих еще дождаться, я не знаю. Кажется, всего четверо. Наверху. Кажется. Но это только мне так кажется. А так. Тут вот уже, как сказать, максимальное время полета голубей всего лишь. Тут 20 минут, и он уже здесь. Когда как. Всегда по-разному. Иногда и 10 минут уже сапсан здесь. Иногда его нету. Минут через 30-40 появляется. Он мимо пройти не может. Вот и... В общем, их по-любому здесь не один. Не один. Пара. Это как минимум, я уже убедился именно сегодня. Желтого полетел жрать диетическое мясо. И потом прилетел, опять начал бомбить, и уже другой. Так что, вот так. Ладно. Буду пока стоять, ждать, смотреть. Лишь бы опять... Хотя не факт, что сейчас опять не минус 2 уже. Черт его знает. Так, вот он. Вот он, мой космонавт. Сейчас шейка сил. Вот он складывается. Так, это седой. Это седой. Вот он. Прирулил. Я думал, желтый. И шейка. Шейка сел. И еще. Вот еще пара появилась. А еще. Вот они. Он темный какой-то. Где ты? Вот он. И белый рядом. Белый рядом. Вот они. Два. Еще, по-моему, еще кто-то был. Вот они. А, вот еще пересекся. Вот еще один белый. Вот они. Они просто высоко. Так, отдалю. Высоко опускаются уже. Откуда-то появились. Два белых и какой-то цветной. А может быть, там и больше. Черт его знает. Ну, в любом случае, вижу пока. Вижу пока троих. Не знаю. Уже я устал смотреть. Они недолго летают. Вот эти вот. Может быть, чуть больше часа. Полтора. Все. Остальные так и не полетали. Кто им позволил? Я уже думаю, когда же мне медаль дадут? Сохранение популяции хищной птицы. Я вот мучаюсь, вот они вон гуляют по огороду. Мучаюсь и с дровоханами, и со всеми мучаюсь. Стараюсь их поднять, что-то из малыша сделать. И потом получается так, что минус. Что-то это стало очень сильно напрягать. И там, кто бы ни говорил, там плохие голуби, неплохие. Плохие вон по деревьям сидят, вот здесь вот, которые еще не летают. А которые летают, это я сделал из них голубей. Вот как-то так. Чтобы сделать из голубя нормального голубя, надо немножечко постараться и приложить к этому усилия. Просто так не получается. Получил пескуна, и вот он все. Из него получился хороший голубь. Так
Так не бывает, чтобы был хороший голубь и что-то он стоил как голубь. Он должен неплохо себя в небе показать. А тут вот мучаешься с этими пискунятами, чтобы не просрать их. Я извиняюсь. Ну а потом они начинают потихонечку летать. И вот так и получается минус. Ну, ладно. Разглагольствовать. Тройка. Двоих вижу. Больше пока не вижу. Темный какой-то идет, пикирует, как он падает, а? Ты посмотри. Вот он, как складывается. С такой высоты и вниз шурует. Вот он. Кинул он этих белых и резко передумал. Сизы. И резко домой. Вот он. Радуется. А вон белый. Вон белый или перый. Не знаю. Вот он. Вот гад наверху играл. Сел в толпу. Черт его знает. В общем, сизы. Осталось пара белых или даже, по-моему, пара перых. Ну их не знаю, как их поймать. Он на солнце пошел, что один, что второй. Так, вот они, я на паузу поставил, вот поймал их. Вот они, два штуки здесь летают. Ну и все. На этом пока все. Они еще вот высоковато. Вот он один. Сейчас рядом будет второй. Вот они, два штуки. Ладно. Пускай летает. Все, ребята, на этом я уже буду заканчивать. Вот так вот и прошел день не без потерь. Так что пишите ваши комментарии, как у вас дела обстоят в небе. Ладно, ребята. Дождусь, эти сядут, надеюсь, что сейчас сядут и все на сегодня. Всем удачи, всем пока.